В Сургуте на одно дошкольное образовательное учреждение стало больше. Детский сад «Снегирек» открыл свои двери более чем для 200 ребят. С подробностями Светлана Стебенькова. Уже в ближайшее время детский сад «Снегирек» откроет свои двери для 260 дошколят. На территории свыше 3000 квадратных метров – игровые комнаты, спальни, столовые, спортивные, музыкальные залы и даже бассейн. Так с песнями и танцами открыли новый детский сад в 31-м микрорайоне. Этого события жители близлежащих домов и администрация Сургута ждали 2 года. Мы его ждали, как, впрочем, и все остальные учреждения. Расположен он в новом, активно застраивающемся микрорайоне, поэтому, конечно же, он позволит обеспечить территориальную доступность получения дошкольного образования. Новый детский сад «Снегирек» выбрал для себя приоритетное направление работы с малышами – знакомство с истоками русской культуры. Для реализации задуманного заключили договор с историко-культурным центром «Старый Сургут» для проведения совместных мероприятий. Важная часть нашей работы является приобщение детей к традициям русского народа. В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для этого. Организована русская изба, в которой будут проходить мероприятия разного уровня, также совместные мероприятия с детьми и родителями. Кстати, городских денег на это дошкольное образовательное учреждение потрачено не было. Финансовое бремя взяла на себя Тюменская область. Садик построили по программе сотрудничества. Конкурсные процедуры проводились в городе Тюмени, там была определена стоимость этого объекта, там же был определен победитель, и уже здесь, просто на территории города Сургута, эта стройка произошла. Поэтому бюджет города Сургута даже долевое финансирование строительства этого объекта не нес. В этом году в Сургуте появилось 4 новых дошкольных образовательных учреждения. Еще один открыли после ремонта, плюс единственная в Югре школа-детский сад. Благодаря этому у 3050 маленьких сургутян появилась возможность получить дошкольное образование. В следующем году в Сургуте планируется открыть еще 11 детских садов. Светлана Стебенькова, Сергей Колотов, Сургут Интерновости.